нами сегодня Дидис Усиник, это капитан команды «Лаздуканс». И хочется у него спросить, сейчас в нашем городском чемпионате прошли изменения, и мы играем теперь без силовых приемов. Вот насколько это изменение, ну, вам кажется правильным и справедливым? Es domāju, ka tas ir ļoti labi, tāpēc, ka lielākā daļa spēka paņēmienu amatieru līmenī parasti ir netīri, un tas ir diezgan traumatiski. Un lielākā daļa, piemēram, Rīga arī spēlē bez spēka spēles. Tā kā es domāju, ka tas ir pareizi. Хорошо. И сейчас я хочу узнать, вы в прошлом сезоне, ну, выступили неудачно, вы не выиграли ни одну игру. Уровень команд был намного выше, чем ваш. Сейчас, в этом сезоне, добавилось сразу 7 новых команд, которые, в принципе, это команды вашего уровня, и вы с ними уже можете играть на равных. Вот насколько это сейчас повлияет, ну, на вашу эмоциональность, ну, и желание играть в хоккей? Ļoti labi gaidām ar nepacietību katru spēli. Skatīsimies. Хорошо. Вот в связи с этим вы все-таки играли в том чемпионате, там были шестыми. Но сейчас у вас будет вариант. Вы можете попытаться попасть в шестерку сильнейших, в сильнейший дивизион. Или можете немножко схитрить и остаться в дивизионе послабее, чтобы там постараться стать как бы чемпионами. Вот вы будете хитрить или играть в полную силу? Mēs nerēķināsim, mēs spēlēsim un atskatīsimies, kā būs. И еще такой последний вопрос. Вот для развития хоккея вот в своем регионе вы как-то пропагандируете хоккей, где-то в прессе это все афишируете? Mēs rīkojam turnīrus pie mums, braucam pie citiem uz turnīriem spēlēt. Ir jā, presa, avīzēs, raksta, internetā, tam līdzīgi, jā. И вот такой вопросик еще. Какое место вы хотите занять в общей группе и затем окончательно уже в дивизионе? Ну, спелесим, катру спелим, тад скатисим, если кабо стабо слабик. Ну, хорошо, спасибо вам большое. Спасибо.